слава богу, приезжала вчера две кареты скорой помощи, было им, к ним. Да, они как раз вот классом занимались в этом зале, и через, на третьем уроке, получается, это с 10:20 до, на, до 11, да, получается там. И вот после 11 стало плохо. Первой девочке стало прямо там плохо на уроке. У всех температура скакала. У кого-то сегодня одной девочке кровь из носа даже пошла с утра. Ну, то есть вот такие вот последствия-то есть. И да, мы отказались вчера от госпитализации, нам предлагали, сын попросил. Но вот сейчас на данный момент я иду к педиатру. Потому что у него головокружение присутствует. И, ну, тут такое состояние-то.